Теперь о выборах. Изменения в законе о выборах обсуждали на встрече жителей области Улытау с председателем республиканского общественного штаба за честные выборы. Серика Колбай разъяснила ческазганцам, что означает графа в бюллетенях против всех и как это может влиять на исход голосования. Сегодня штаб, созданный при общественном объединении «Союз юристов Казахстана», имеет филиалы в 14 регионах республики. Помимо таких встреч, юристы проводят онлайн-консультации. Большинство вопросов, которые мы сейчас получаем от избирателей, касаются голосования не по месту жительства. Мы все подробно объясняем, что необходимо сделать. Еще распространенный вопрос, что будет, если не пойти на выборы. Тут гражданин должен понимать, что выборы – это его право, но именно от него зависит судьба страны.